Ну что, здорово, с вами Серега. В прошлой части мы прокачали ту самую неадекватную школьницу. По крайней мере, в том видео она себя вела уже реально как повзрослевшая девушка. Ничего такого лишнего себе не позволяла. Однако мы еще не запускали саму игру. И сегодня мы сыграем с ней на парочке классов 1x1, как в старые добрые времена. Сыграем сначала на снайперах, потому что, как вы помните, нам так и не выпало это ВП. Надо, по крайней мере, побыстрее ее хотя бы протестить. Потом сыграем на инженерах, на ее более-менее мейн-классы. И если все понравится, все зайдет, вы поставите кучу лайков, мы также еще выложим видео, как мы сыграем на медиках и на штурмовика. Ну а дальше уже оставаться и в Warface, либо же уходить обратно в Counter-Strike Valorant, уже будет за ней. Желаю вам всем, как обычно, приятного просмотра. Погнали! Друзья, для новичков Warface, а также для тех, кто не заходил на свой аккаунт более 30 дней, есть отличное предложение, где вы сможете получить кучу крутого доната и новое топовое снаряжение Авангард. Все очень просто, если ты новичок, то просто регистрируйся по ссылке в описании и забирай крутые пушки со снаряжением на свой новый аккаунт и доминируй над противниками благодаря топовому оружию. Если же ты уже зарегистрирован, но не заходил на аккаунт более 30 дней, также переходи по ссылке и забирай топовый донат. Все бонусные предметы ты сможешь сразу перевести себе на свой аккаунт. Все это позволит тебе вкачать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! А что за элита? А как же тяжелый дождь? Ну, больше нет тяжелого дождя. Теперь только Heavy Rain. А почему нету? Потому что, блядь, нету. Давай, выходи. Ты забыла, где выходить? Боже ты! Какая ты легкая, как после Counter-Strike с тобой приятно играть. Нет вот этих читов, понимаешь, как ты с читами в Counter-Strike меня упал. А пробел. Ага. Да, пробел нажми. Ты на ноуте сам проиграешь. А что с картой сделали? Она какая-то некрасивая. Нет. Ты с АВП зачем прыгаешь? Ты хотя бы пойми, как это оружие стреляет. Ты куда убежала? Это что? Ты что? Ты что, Warface читы подрубил, ты решила, или что? Ой-ой-ой, разошлось. Ты что, охренела, что ли? Подожди, подожди. Это первая твоя игра, это что такое? Как-то не сходится немного. Ой, бля. Ну это было, скажи, забавно. Тебе не трудно убивать? Да, конечно, забавно. Все, 2 килла, все, успокойся, все, больше не сделай. А, ты что не стоишь, не поняла, я прифайрю. Я в прицеле стою. Да вот, какой ты противный, фу. А как ты играла в Counter-Strike? Ты вообще помнишь, нет? Я помню, я нормально играла. Ну 2 калаша, там не было 2 калашей. Давай выходи, хватит в прицеле сидеть. Да сколько можно, блин? Это может быть ты в прицеле сидишь, а не я? Может быть. А может и нет. Хочешь, я от бедра тебя убью? От бедра? Ну ты думаешь, я не вижу твою руку... Ой. Это чё вообще? Это чё? Это от бедра было. Это чё? Это от бедра было, это от бедра было. Какая я? Да я тоже пытаюсь от бедра тебя убить, а чё за... У меня не регнуло, сука, московские ваши сервера. Не регнуло? Ты уверен, что ты попала? Ты чё вообще пикал? Блин, ты чё сейчас? Ну, дети. Фу, противный. Да, чё ты стенку всё... Ладно. У меня не бери... У меня опять не регнул. Вот скажи мне, Counter-Strike более скилловая игра, чем Warface, либо же нет? Я думаю, да, на самом деле. Ой, ты почему тогда, почему тогда ты меня выиграть не можешь на ангаре? Потому что ты... Сколько лет в эту игру играешь? Я не знаю. Лет 10. Ой, ты в упоре, я слышу. Чего ты сказала? Что, заткнулся мне? Че? А... Мне показалось, ты прям в упоре бегаешь. У тебя наушники просто. А, у тебя те же старые наушники, которые ты в Денесе купила за 300 рублей, понятно. Нет, вообще-то. Ой-ой-ой. Ну что ты меня бесишь? О боже, ты серьезно? Господи, боже мой. Я думал, не увидит. Ты можешь начать меня поджимать. Ты понимаешь, ты в прицеле сидишь, зачем постоянно? Ты можешь начать тебя поджимать, мне не знаю, что-то делать хотя бы. Ой! Выходи. Какой ты гад, ну фу, ну я не успеваю, ты выходишь, я только тебя вижу, я уже мертвая. Как это работает? Ладно, значит будем по крысичам играть, окей, прям как в Counter-Strike. Дал бы тебе время на подготовку, ты бы читы успела скачать. А что ты на этом? У меня не... Меня не регает. Мне это бесит. Ну ты же даже на меня не смотришь, ты даже вообще не знаю, куда ты вообще смотришь, ну блин, ты пипец. Сейчас не попала, честно признаю, единственный раз, почему я сейчас умерла. Ну скажи, хочется позвать меня в Counter-Strike, да, 1x1? Чтобы снова щиты подрубить. Да, есть такое. Чтобы полегче было. Ты просто слабый.
А можно я, ну, с РСП выйду, типа, ну, пустишь, не? Выходи, спасибо. Не значит, не можешь с РСП выйти. Угу, действительно, что же ты? Ты све... Ты такой тупой. А я думал, ты изменилась, сейчас адекватно же. Ну ладно, выигрывает и выигрывает, но он просто сильный. Как сверху можно сидеть, ну зачем? Ага, ага, попрыгай. Давай, откисай. Ну ты же понимаешь, что я тебе просто поддаюсь. Ты же понимаешь, если я сейчас начну потеть, ты просто респы не выйдешь. И 6 фрагов же, помнишь, лучшие свои годы давала она мне только. Угу. Вот и все. Ну а нахера ты лежишь? Ладно, все, я тебя больше пушить не буду, хер ты у меня выйдешь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай. Говнарь. А как? Как это работает? Хорошо. Ты можешь, ну ты понимаешь, что ты с респы хотя бы выходи, тогда, может быть, ты меня выиграешь. Наверное. Хотя бы, знаешь, в плюс выйдешь. Ой-ой-ой, погоди. Ой-ой-ой. Давай, я жду, давай. Ну. У меня привычка, как я стрельну этот нож доставать. У меня звук показывал, что ты с другой стороны. А, у тебя звук показывал? То есть показывал, да? Прям показывал, у меня звук показывал. Ладно, давай, выходи с респы, хорошо. Вот я прям, смотри, я тебе говорю, не смотрю этот проем, выходи. Ты меня обма... Ты дурной? Ты же вышел с респы, ну смотри, ты вышел с респы, правильно? Какой ты противный. Ладно, ладно, все, 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 все. Давай, больше не буду, выходи с респы, ладно. Значит, ты меня обманываешь. Ну выходи с респы, я с этого проема тебя выпущу. Цель обнаружен. Все, видишь, ты вышел с респы и все равно ничего не можешь я сделать. Я отвыкла от подкатов, жесть. Все. Ну-ка. Выходи с респы, я не смотрю. Давай, давай. Че? Ты дурак! А почему от бедра ВП не попадает? Охренеть, а что это? Она должна от бедра попадать, это жесткое оружие, от бедра она жестко попадает, не знаю, что это за бред вообще. Она не попадает от бедра. Ой-ой-ой. Я на пабликах могу от бедра с этой херни стрелять, она вообще на километр попадет, а тут нет. Ой-ой-ой. Ах ты, прицел, ты с прицела вообще выйдешь, нет, всю игру в прицеле сидишь. Не, не выйду. Ой-ой-ой. У нас проблемы, Хьюстон. Ну, конечно, он стоит. Как тебе легко читать можно? Как ты меня даже с читами выиграла? Как просто, я не понимаю. Ага. Она на выстрел разводит? Типа, серьезно? Ну, типа, ты меня разводишь на выстрел? Типа, батю, варфейс, ну, все? Ну, ты же забайтился. Да пофиг. Ой-ой! Я даже не видела, я просто... понятно! Ну вот она, весь варфейс, весь смысл варфейс, даже не видела меня. Я увидела там уголочек, и все. Но она, видимо, во все подряд ваншотит. Хорошая пушка. Да. Ну чё ты... Чё ты... Давай от бедра. Давай. Давай. Это было не бедро! Охереть! Вот это от бедра было жестко. Какой пистолет? Ну ты что делаешь? Ну ты сейчас я тебя попросила от бедра, ты что? Так я от бедра. Вот от бедра опять. Че ты фу. Нормально попросила, не можешь нормально один раунд. Ладно, давай, ладно, давай от бедра, давай от бедра. И где ты? Ага. Ой, ё-моё. Ну ты хочешь сказать, это от бедра было? Ну это от бедра было, серьезно. Думаю, ты будешь врать. А ты ж в прицеле сидишь. А как тут резать сейчас? О! Блядь! Ты такая донная просто, блядь, такая донная, блядь, вообще. А как это возможно просто? Ты сейчас меня на нож будешь брать, я уверена. Ты, ну, типа, такой хамы, что просто. Где ты? Давай. Фу. Я забыла, это было легко, это было так легко, это просто... Тут нужно просто одну правую или как тут правильно? Просто в
В КС-ке нужно 2 левых, 1 правый, чтобы нормально зарезать. Ну, это почти Counter-Strike, ты угадала. А, ты не... А, ладно. Понятно. Все. Все понятно. На снайперах даже не почувствовал. Даже не почувствовал. Это было так легко. Так легко. Что ты можешь сказать в своё оправдание? Читы не помогли, да? Сейчас вот читы бы скачать, вот сейчас бы полегче, да, с читами было меня выиграть? Ну, даже крутой античит. Как я его сюда скачаю, эти читы? Конечно. 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 Я умная. Ты вот вообще тест хоть раз на IQ проходил? А вот я проходила. Нет, я тест кто-то из дома 2 только проходил ВКонтакте. Ты же дурак. Что ты говоришь, это твой мейн-класс, да, был? Инженер? Или кем ты играла? Да. Ну, сейчас посмотрим, какой твой скилл с Counter-Strike. Как он покажет себя здесь. Ой. Что ты найти не можешь? Что такое? Я броню... Что ты приседаешь? Я броню забыла, как давать себе. Ну, сори, у меня просто этот... Ну, понимаешь, триггер срабатывает, когда противник слишком легкий, типа, вообще ничего не может сделать. F4 жать. Ладно. Ты что, стену забагала? Это серьезно или что это было? Нет. Ах ты багерша маленькая, блин. Опа! И все. Круто это было? Ну... Ну скажи, что круто. Ну что, ты долго стоять там будешь? А ты? Ну я жду, пока ты выйдешь. Фу, я случайно из прицела вышла, я от бедра стреляла. Я не понимаю, почему это так легко, типа, ты вообще будешь играть, нет? Может, Counter-Strike там сразу 1x1 играть? Там ты пососешь, там неинтересно против тебя играть, сори. А если без счетов? Фу, какой ты противный. Да куда? Я не хотел! Это сам персонаж сраный залез. Ну, сука, я не хотел. Я хотел отпрыгнуть от этой херни ссаной. Меня за стенкой начинаешь стрелять. Может, мне с пистолетом, типа, играть? Ой, фу. Ну, давай без вот этого. Не, ну как давай без записи? Что полегче сделать? Как, может, с пистолетом играть? Или давай с ножом буду играть? Или как? Чтобы полегче было играть? Ну, чтобы полегче было, понимаешь, чтобы... Но у меня не регает. Почему такой маленький крестик? Я не понимаю. Ну, смотри, нужно попасть. Видишь, моделька моя. Это нужно сюда попасть. Именно. Правда? Именно если попасть? Ты попадешь, ты все будешь нормально регать. Вот видишь, у меня типа... не регает, я тебе клянусь. Это жесть. Прям не регай, да? Может, да. Может, у тебя плохой? А ты ноутбук свой где, в Денессе покупала? Не, с рук. Типа, видишь, ты даже не попадаешь, типа, по мне. Попробуй в меня именно стрелять, а не мимо. Обязательно попробую. Вот, видишь, ты куда стреляешь? Ты в пятки не стреляешь? Может, в контейнер стреляешь вот этот, или куда? Не сюда, меня стреляй надо. Видишь, моделька такая здесь стоит? Здесь вообще стреляет. Намного хуже стрельба, чем в КС-ке. Ну, это фу просто. Прям намного, да, хуже? Да. Ну вот, смотри, намного. Видишь, ты попала в модельку, видишь, убила. В чем проблема? Ты просто, ну, вообще мимо стреляешь, видишь, надо в меня стрелять. Ну вот, видишь? Что ты делаешь просто? Ну, что ты делаешь? Зачем ты за колесо сел? Ты его подкачиваешь или что? Спустилось колесо или что? Охраняю. Ладно, давай немного, давай. Не знаю, давай поддамся немного. Ладно, шучу. То оно так быстро хп регенит, вот это вот снаряжение. Как против него... Ты вообще тупой! Это что было? Это был ландап, детка! Серёж. Ну попадай в меня, алё, я с пистолетом же играю. Да вырубись, пистолет. Ну просто фул крест и все, ну типа это. Какой вообще... полный крест? Ты мне чуток брони снял. Ты просто вот пощекотала меня немножко, понял? Понял. Не знаю, может префлайером начать стрелять. Ну попробуй. У меня вообще сколько? Патронов 7 было, наверное. Ты играть сегодня будешь, нет? Ну просто на снайпере хоть что-то было сопротивление. Тут ты будешь сопротивляться как? Чё за звуки странные? Не нафиг, я отхил. Ты ждешь, чтобы у меня патроны кончились или что? Вдруг поможет. Это твоя тактика такая, ну? Если серьезно, здесь... Отвратительная стрельба, я не знаю, как вы это играете. Да. Я даже не заметила тебя. По-моему, стрельба нормальная. Уверен, что стрельба плохая? Да, не, без рофла отвратительно. Ну, я говорю, а если попадать? Пока бегаешь.
И вот это все. Как трясет, я даже ничего не спамлю, даже Ctrl не спамлю. Как мне может трясти, если я плавно выхожу? Хочешь, чтобы она мне реально тряслась? Не тебя трясет, а меня трясет. А, тебя трясет? Не... Ну, таблетки надо. Не так это работает. В смысле, какое-то все не такое. Ну не такое, ну shift, ты пробуй. Ну, я не понимаю, Вик, ну блять, это просто пиздец. Ну вы, типа 4 фрага, ну ты понимаешь? Можешь перезаписать? Можешь еще разок попробовать? Ты синочек, токсик, сука. Не, ну хочешь, мы еще разок запустимся? Ну просто я удалю эту запись. Это типа позора, что я такому как ты проигрываю. Играла бы я Warface хотя бы, а не 3 года назад. Давай на следующую игру у тебя просто читы все установишь и все. Ну как в Counter-Strike ты сделал. Может полегче просто будет. Спасибо, что убила меня, а то у меня патроны уже закончились. Ну смотри, ты можешь меня поджать, ты понимаешь, Warface... Ты что, угораешь что ли? Ты должна поджимать, типа, чтобы урон наоборот лучше шел. Видишь, я даже не приседаю, типа, я ничего вообще не делаю. Вообще ничего не делаю. Ты говоришь, у тебя 2 калаша аж в Counter-Strike. Ты типа в фейс ты играешь. Ну, мне кажется, ты врешь. Ты кто-то бусит или что? Ну, это не быть не может. Кто с Counter-Strike обычно в Warface заходит, но они просто очень жестко играют. Хозяин, мне больше на меня... Я не знаю, Вик, ну серьезно. Ну, может, не везет просто? Считаешь? Может, не регает у тебя просто? Да, не регает. Возможно такое, да? А, кстати, хабаровские сервера нормально сделали? Ну, кстати, я вижу, да, у тебя реально не регает. Да, отлично сделали. Минут 50 заметно. Будешь в поиске сидеть, он так найдет, да. Ну, как всегда. Ой, а что это? Погоди. Оп. Оп. Опа. Опа. Вик. Да ну, как ты регает, это делаешь? Вижу. Я не Ну, я вижу у тебя... Я вижу, что у тебя не регает. Я прям вижу. Блядь, тебя откатить или что, сука? Что ты выпендриваешься? Не, я прям вижу, что у тебя не регает. Я серьезно вижу, что нечестная игра идет. Ну, у тебя прям не регает, я вижу. Какой ты реально противный, Сереж. Смотри, я умерла за стенкой. Как это да, произошло? Да, ровно за стенкой, я не знаю. Ну, говорю, это сетевой код какой-то странный. Ты прям за стенку умерла. Я прям даже не в тебя стрелял, понимаешь? Не знаю, как зарегал. Просто не везет мне, и все. Жесть, ты такой смешной. Ну, не могу. Балдею с твоих шуток. Своего троллинга. Во, Вик, видишь, я прям вижу, что не врегало, прям вижу. Вот все патроны прям в меня летели, но почему-то не регали. Я не знаю, что это бред. Это пинг и компьютер у меня сильный, потому что просто. Все сказал. Во, видишь, зарегало, видишь? Вот сейчас прям видно, что зарегало хорошо. Потому что я в тебя сейчас всю обоим прям вжал, и у меня прям не зарегало, понимаешь, вообще? Да хватит приседать, позорище. Ну просто говорю, Вик, я счет вижу и не могу, понимаешь, но сами руки тянутся. Извини меня, пожалуйста, за то, что так получается. Ну просто сами руки тянутся. Понимаешь, я вот не могу. Это просто когда так легко, я прям, ну. Я не могу сдержать себя, извини. Извини, пожалуйста. Ну, бери ты свой пистолет, противный, еще и на этом дерьме. Погодите. Давай, Вик, я стою, не двигаюсь. А как он на тех сторонах? Блин, верните мне мой R8. Не, R8 я забил, он сейчас не убьет вообще никого. Да? А меня можно считать алдом этой игры? О, видишь, Вика, неплохо, неплохо. От бедра случайно залетел за 10 патронов. Типа, ой, извини, то есть, в смысле, жестко попало прям. Меня можно считать алдом этой игры? На чисто уважение хотя бы то, что я долго в него уже играю. Ну ты недолго играешь, ты 2 года вот не играл. 16-го года, вообще. Ладно. Вик, ты попадешь мне сегодня? Ну вот ты типа фул крест. Ну да, вот добивай, бежи. Ну ты уже отчинился как свинь. Ну не получилось. Так ты ни одного патрона мне не попало. Правда? Не получилось. Не получилось. А ты на последние секунды выходить будешь? Ладно. Ну я думал, ты убьешь меня. Ну 7.30. Ну, Вик, ну 7 фрагов тоже неплохо, ну серьезно. Почти как в Counter-Strike, да? Не, оружие на самом деле дерьмо. Оружие вот дерьмо? Вот. Оно какое-то странное, и мне звук не нравится, как он стреляет. Ну то есть, какой-то получше, да, думаешь, есть в Warface оружие, чем вот это? Не знаю, мне кажется, калаш. Ой.
тут же калаш дерьмо. Забыла, что у вас, ну, баланса нету в этих оружиях дерьмовых. Точно. Так мы же на одинаковых оружиях играем. Не, я к тому, что какого хера здесь калаш очень слабый. Ну. Ну да, нелогично. Калаш везде должен сильный, да, быть, наверное. Да, ты, я забыл, сэр. Ну, в реальной жизни-то оно намного сильнее. Так сейчас нереальная жизнь. Тут 2037 год в Warface идет. Боже, Сереж. Это... Керовик, у тебя сата, кстати, жесткая, 0.68. Это песочная сата, ты что на такую не играешь? Заткнись. Ладно, все, пизда тебе. Тебе хана. Понял? Ладно, Сереж, повыебывался, хватит. На остальных классах тех. Да ты что, правда? Конечно. Это прям медик-штурмик, то есть получше у тебя будет. Урон будет проходить? Ну, с медика, я думаю, да. Может, ну, типа, все же паузу дать, ну, читы там скачать? Какая пауза? Успокаивайся, давай.